Друзья, всем привет, и мы с вами продолжаем играть в игрушку Mount & Blade 2 Bannerlord. И что-то с графикой случилось, или мне кажется, когда я зашел в игру, вообще язык почему-то сменился. И, возможно, там что-то в настройках наделалось. Но не суть важно, мы с вами продолжаем, и что у нас? В предыдущей серии мы с вами обзавелись вторым караваном. Теперь у нас бегает по карте ножом, и Яна Быстрая, то есть денежки у нас должны капать, я очень на это рассчитываю. В данный момент у нас с вами 55 человек в отряде, и в предыдущей серии, я уж не помню, что мы делали, мы вроде как думали, чем будем заниматься, как вообще нам развиваться, потому что нас постоянно гасят. И пришли к выводу, что нам нужно качать наши войска, потому что лучше брать не количеством, а качеством, как говорится, да? Блин, мне кажется, что-то с графикой все-таки случилось. Ну ладно, черт с ним. Так что сегодня будем с вами воевать с бандитами в большом таком количестве, надеюсь. Всех, кого будем видеть, со всеми будем сражаться. И, естественно, надо нанять еще максимум войск. Наверное, оно того стоит. Наверное. Опять же, вот с такими бонжами, я не знаю, есть ли смысл сражаться. Можно, знаете, как для галочки. Также репутация, вся фигня. А лишним оно не будет. Естественно, себя посылать я не буду. Буду посылать только воинов. Пленники. Ну, смотрите, варяга прокачал. Дружинника прокачал. В общем, сегодня будем вот такой вот рутиной заниматься. Как и обычно, собственно. Толком ничего не изменится по итогу-то. Так что сегодня, бандиты, соболезнуем вам, конечно, но ваше это самое настало. Так, мое поселение там атакуют, заебись. Скоро, видимо, я останусь без городов, судя по всему. Ну, что поделать? А я с этим ничего поделать, к сожалению, не могу. Да, осаждают мой замок. Я ничего. Так, нанимаем войско. Это нет. Вот бы сразу конницу готовую нанять. Было бы вкусно. Я знаю, на самом деле, куда нам нужно идти, если мы хотим качаться. Я более-менее примерно знаю, где можно этим делом заняться, на самом-то деле. Это можно сделать у нас с вами вон в этом городе, в Ривиле. Почему там? Да потому что там конец карты, и там очень много постоянно, когда я там не бегал, было очень много бандитов разных. И лесных, и разбойников, и кого там только нет. И даже укрытий нормальное количество там было, я помню. Там можно даже за раз-два укрытия найти, да, залутать. В общем, погнали туда. Здесь просто мы особо бандитов сейчас не найдем. Ну вот, замок у нас захватили, сразу отношения с кем-то ухудшились. О, зато прибыль сразу, смотрите, появилась. Вот почему мы в минусе-то были, потому что у нас был замок. А замка нету, все, сразу в плюсе. Зашибись. Так, есть ли смысл нанять кого-то? Вообще было бы неплохо. Мне кажется, мы сейчас никого не сможем нанять. Что-то мне подсказывает. О, нет, кого-то да, можно, смотрите. Давайте, мы сами их прокачаем, раз уж мы решили сегодня этими делами заниматься. В общем, сегодня такая серия, будем подготавливать войска к будущим, так сказать, сражениям. Как-то вот так вот это все у нас. Так, здесь, естественно, линия фронта, здесь мы ничего не найдем. Так, погнали на турник еще сгоняем. Турнир, погнали. Также нам нужно еще с вами этих... Да, смотрите, обучение появилось. Почему-то сбросились все настройки в маунте у меня. И с этим ничего не поделать. Ну ладно, главное, что не фризит вроде бы. Я доволен. Хотя вроде подлагивает, или мне кажется. Может, кажется. Блять, тупанул. Такое ощущение, как будто подфриживает. Еще такое ощущение, как будто картинка более тусклой стала. О, как же этот маунт. Не надо хотя бы, чтобы наши пацаны еще одного убили. Фига он херачит. Ты что, ты бог? Ты кто? Ты кто, ты бог? Что он делает? Посмотрите на него. А, это Симир у нас воюет.
Фига ты конченый. Это как раз таки наш пацан, он сейчас у нас в команде был. Не, ну ты даешь. Не, ну ты ёбнутый. Не, ну он старался. Он прямо-таки старался, ничего не скажешь. Кстати, конник вроде тоже наш. А, не, мы покидаем. А, мы красные были. Блин, я думал, мы зеленые. А Семир вообще синий. Ёб твою дивизию, ладно. Ну что ж поделать. Двигаем дальше. Да, такое ощущение, как будто с графикой что-то случилось. Резко и бесповоротно. Ну ладно. Что ж поделать. Опять же. Сегодня будем играть так. Так. О! Это мне. Это мне. Кач пошел. Блин, мои пацаны ничего не сделали вроде. А, нет, качались. Мне показалось, что ничего не сделали. Так, также у нас к монетке по чуть-чуть копятся. Мы скоро с вами апнем левел нашего клана. И к этому надо будет подготовиться. Мы с вами еще одно производство будем открывать. Наверное, в Ривеле, потому что, чтобы его не захватили. Я в прошлый раз облажался. В Тиалто захватили по итогу. Я что-то об этом не подумал, что его захватить могут, в принципе. И как-то вот так вот все получилось, да. Так, ну, в общем, в основном где-то вон там надо бандитов искать, поэтому погнали. Два грабителя маленьких, идите сюда. Так, там турнира не было, даже не посмотрел по итогу. Так, кто тут? О, варяги, ветераны, фига себе, это все мне. Не, присоединиться нет. Они сдались. Охуенно подрался. Пацаны просто сдались. Не выдержали напора, так сказать. Ладно. Окей. Блин, где можно покачаться еще? Что-то здесь в этот раз мало, на самом деле, пацанов. Но опять же, это была в другой у меня компании. Хотя, может, здесь будет побольше. Погнали. Так... Нормально, 7 левелапов. Вот это я понимаю, балдеж. Так, пленников еще забираем. Вкусняшки всякие. А, тут еще деревня. Погодите, может, вот здесь вот было тогда много, а не там. Еще ветераны. Вау, да я охуею. Капец, мне ветеранов надавали. Уже прокачался, считайте. Давайте еще сюда. Нет. Планы меняются. Иди сюда. Бедные бандиты. Сегодня у них нету ни шанса на выживание. Потому что я качаюсь. Так, еще пленников забираем побольше. Лутецкий. Куда же мы без него-то? Так, я смотрел, да, здесь? Да-да-да, я здесь варягов-ветеранов нанимал. Ну, в общем, здесь в этот раз довольно-таки мало было бандитов. Хотя они больше были, это, скажите, раскиданы по всей этой местности. Может, и как обычно, не знаю даже. Ну ладно, немножко подрались, чуть-чуть вкачались, и, в принципе, пойдет. Ой, не забрал лут. Ладно, хер с ним. Идем обратно, что могу сказать. У нас доход теперь 160. Так, у нас никто не вкачался из пацанов? Нет, хорошо. Хорошо. Тогда мы отсюда уходим. Так, о, может задание еще взять. От задания я не откажусь. Так-так-так, какая помощь? Прошлый год я провел в военных походах и не собирал со своих земель налоги. Да, давай. Где твои земли? О, я так и думал, что где-то здесь будет, раз он здесь ходит. Замечательно. Так, они что-то захватили? А, замок обратно отхватили. Да, угадай, кому. Да, я даже выбирать не буду, пусть мне отдают. Главное, чтобы пусть попозже отдают, потому что мне по-любому в минус буду уходить. Я более чем уверен. На 100% где-то. Ну, там плюс-минус 200.
Да не буду я голосовать, отстань от меня. Я так знаю, кому вы дадите этот замок. Так, собирать подати. Так. Да, как я говорил, мы не будем забирать по максимуму денег. Денег мне хватает, я буду улучшать отношения лучше с этими, скажите. С главами деревень. Да, так лучше, так намного лучше. Все, готово. А задание вот, можно прямо здесь и сдать, зашибись. А, не, вот он. Ура, я новый владелец замка, охуенно. Да, вот ваша награда. Хорошо. Замечательно. Отношения, кстати, у нас там нормально уже получались со всеми челиками. Я думаю, может быть, чё? Чё вообще за эти улучшения можно сделать? Я бы создал свою армию и попытался сам бы чем-нибудь замутить, на самом деле. Раз на то дело пошло. Так, рыбка. От рыбки я не откажусь. Так, кто опять вкачался? Сейчас по-любому нажму, а там пустота будет. Ну, заебись. А, кстати, можно это, пленников сдать еще. Продаем пленников. Хорошо. Кстати, мошенничество качается таким образом. Так, клан. Что нам там до следующего левела? Еще 50 с чем-то накопить. Ну, блин, где мне искать еще грабителей? Ну, вот не воевать же мне вот с этими бомжами, правильно? В общем, надо куда-то вот сюда идти. Еще вот здесь вот могут быть бандиты. О, турнир, пойдемте. От турнира я никогда не откажусь. Хоть меня сейчас и подлагивает, потому что там графика, видимо, сейчас сбросилась к херам. Да, фризит, видно. Ну ладно, что ж поделать. От турнира все равно отказываться грех, поэтому... Поэтому продолжаем. Так, двигаем дальше. Хуя его там скинул. Да, графика вообще уебично, да, выглядит. Максимально ущербно она выглядит. И намного больше ест. У меня аж фризы появляются. Странно работает, конечно, все. Ох, что тут маунт. Дружище. Что ты прикажешь с собой делать? Нету никого копья. Да иди ты нахуй. Хахакаешь тоже мне тут. Хахакер, иди сюда. Ну, блин, у них копий нету. Тяжело с ним будет. Надо ему коня гасить. На нахуй. А, я в итоге ему нанес дамаг. На нахуй. Это кони уже было. Готово. Двигаем дальше. Даю баса. Куда ты? Со мной дерись, а не с ним. Господи, что происходит? Думал, решил все-таки вблизи посражаться. Да ты гений, пацанчик. Просто гениалиссимус какой-то. Ай! Это, блядь, больно вообще-то было. Ты нахуй. Так. Блин, топоров метательных так в итоге и не дали. Я все ждал, ждал и не дождался. Ждал, ждал и не дождался. Сколько, кстати, я уже влияния за все это время накопил? 200. Угу. Мы, наверное, в следующей серии или в ближайшей какой-то серии создадим свою армию, возможно, да? Или, может, какие-то надо законы проголосовать, которые мне будут давать бафы? Так, за этим нет смысла бегать. В общем, идем сюда. У нас, смотрите, прибыль-то 500. Хоть он... О! Укрытие пиратов. Кстати, необычные пираты. Это хорошие пираты. С них может что-то годное дропнуться. Погнали.
Да, возьму ветеранов. Наверное, вот так вот вообще сделаю. Погнали. Сейчас сначала естественно в соло попытаюсь. Во-первых, лук покачать. О, кстати, я вот такую еще не видел. Я видел ее только в первой части, помню. И она не была так детально сделана. Или... А, не, видел. У нее просто меньше деталей было. Когда я смотрел. Поэтому я и не запомнил. Да, это жестко. Блять. Нет, я не имба, просто имбища. Так, лучше звучит? Плохо то, что тут надо в пещеру идти. О, ты думал, я тебя не увижу, друг? Блин, вообще идеально, кстати, стрелять стал. Я смотрю. Я прямо-таки правда идеально стал стрелять. Мне надо куда-то там выше, ниже, надо прям в точку херачить. Ну нормально, я сейчас лук еще прокачаю. Смотрите, у меня всего 50 лука, а такой эффект. Блядь. Давай попиздимся. А я что, против, что ли? Да, возможно, надо было своих чуваков лучше прокачать, да? Но опять же, я тоже хочу качаться. Они будут на обычных этих качаться бандитах, а я буду на укрытиях. Думаю, все по справедливости, на самом-то деле. Так, туда вроде, кстати, тоже можно забраться. Наверх. Сколько их осталось? 9. Ну, 8, грубо говоря. Я сейчас еще одного загашу. Ну ладно, давай отправим их в бой уже. Потому что надо уже в пещеру идти. Куда ты замахиваешься, друг? Мне кажется, ты зазнался. Да, ну двигайся, кстати, довольно-таки медленно, на самом деле. Одноручий же 85. Фига себе, у меня кач идет. Это я понимаю, балдеж. Так, тут кто-нибудь есть? Я за вами. Да, лагает, конечно, неплохо. Ну, шо ж, не шо ж. Так, там они с кем-то встретились. Соболезную. Фига, они там все толпой, что ли, стоят? Соболезную всей толпе. Так, ну я тут прошелся, никого не нашел. Они, наверное, еще по лестнице поднимаются. Что-то мне подсказывает. И там оставшиеся как раз-таки челики. А, не, вот тут есть, смотрите. А, все. Окей. Чанбат. А, Чанбадар. 93 навыка уже одноручие имеет. Ту, вместе подеремся, может, вкачаетесь. Хотя нет, я не хочу тратить, мало ли, умрет кто-то еще. А я топовых челиков отправил. Так, ну, кстати, с этого укрепления, может, какой-то топовый лут будет. Потому что, опять же, это не обычные разбойники. Это пираты. Пираты намного сильнее обычных разбойников. Одного только вкачал. Варяга ветерана, да? Чё тут? Ну, кстати, есть 900, нормально. Чё-то да-да были, пойдет. Так. Так, еще отношения повысили, известность. Это, кстати, тоже немаловажно. Но по итогу, как вы видите, бандиты-то кончились. Типа, они не бесконечны, да? Как бы печально это ни звучало. Но это так. Ой, ладно, не буду гоняться. Погнали на турнир. Еще поторгуем сейчас. Кстати, метательный здесь по итогу всего 200 стоит. Вот это обидочка. Обидно. Зато здесь, смотрите, вот этот... А, ну это топор простолюдина давали за турнира, если я не ошибаюсь. Давайте подождем некоторое время. Хорошо.
турнир сразу сходу. Возможно, знаете, куда нужно идти за бандитами? Да я на самом деле, блин, не знаю. Это довольно-таки рандомная, мне кажется, фигня по итогу оказалась. Ладно. Нет смысла за ним гоняться. Кто орёт? Хватит орать, блин. Да никому я не нужен, никто не хочет со мной драться. Давай ты хоть. О, спасибо. Хотя бы добил уже что-то. На, копье забрать у челика. Хорошо, я думаю. Блять, иди сюда, черт. Че, все что ли? Ну, кстати, вообще все выжили. Вообще все выжили. Я понимаю, балдеж. А, мы один на один на один на один. Понял. Так, какой-то сван. Ты кто? Ты сильный чел? А, это девушка. Это она тогда орала, как больная. Больше не будет. А, не будет. Сейчас еще разок покричать. Нет, ты не успеешь покричать. Я не дам тебе малейшего повода даже крикнуть. Ну, это не считается. Это просто был вздох. Предсмертный. Сука. Легчайшая. Так, какую-то булаву еще получили. 600 монет. Что-то турниры вообще какие-то бомжатские, да, стали, заметили? То есть вообще полный кал. Мало того, что награда полное говно, так еще и денег особо не заработать теперь с этой фигни всей. Так, с кем мы сейчас воюем? С теми, да? Ну, давай с этими бандитами все-таки разберемся, раз мы за ними уже бегаем. Может, с караваном вот разобраться. Хотя. Караваны дело такое. Фига себе, у нас прибыль 700 монет. Это я понимаю. Заработочек небольшой. Господи, я его догоню, нет? 4.9, 4.7. А, то есть. Ну. А, я его вообще, в принципе, не догоняю даже днем. Понял. Ладно, тогда отсюда выходим. Можно к какой-нибудь армии присоединиться, как вариант. Че у нас по итогу? Варягов-ветеранов 40, да? 16 обычных. 7 самых бомжатских. Ну, такое на самом деле, такое. Даже не знаю, даже не знаю. Опять войну кому-то объявить хотят. О, то, что надо. Ну, смотрите, их 49. Меня даже, может, кто-то умрет. Да. Ветеран откинулся. Зато 12 апнулось. Так что это окуп. Полный окуп. Смотрите, написано 12 апнулось. По итогу я не апаю 12 человек. Как это работает? Неясно. Объявление войны Ботания. Да вы конченые. Но я не смогу сделать так, чтобы они ей не объявили войну. Не знаю, зачем они... А, понял, зачем. У них вообще что-то войск нету. Фига новости. Ну что, попытаемся сегодня еще разок с кем-то подраться. Как вам план? Попытка не пытка? Все-таки. Так давайте еще на турнир сходим. Раз я его увидел. Раз увидел, и разведить не смогу. Так, виноград себе оставлю. Погнали. Так, какую-то броню дают. Фига себе лук. Заебись, блядь. Кому-то коня чуть не убил. Своему плечом же. Да ты черт. Да иди нахуй.
Нахуй. Прикольный турнир, мне нравится. Да заебись, промазал. Все друг с другом перекидываются чем-то. Иди сюда. Да, ёб твою. На. Ну, этот лук большой. Дамажит много. Ой, я уже думал, на меня бегут. Да, блядь, вы что, издеваетесь надо мной? Очень похоже на правду. Все. Идем дальше. О, наконец-то нормально подраться можно. Воу. Быстрее меня бьет. А похож на клюпика. А бьет быстрее, как так-то. Ты не пройдешь, как говорится. Так. Я тебя за автоатачу, ты меня понял? Ты меня понял? Нет, ты меня не понял. Но ты меня пойми. Спасибо. По голове. Но ты видел, что я только что с ними сделал? Вот зачем ты против меня идешь? Ты же понимаешь, это пизда полная. Ну, набери шансов ведь. Так, что за броню нам дали? Давайте глянем. Хуже моей, поэтому ее сразу продаем. Так, чё, погнали, может, деревни поосаждаем? Как вам план? Тут наши войска ходят, так что думаю, почему нет. А, ой, извините. Вы уже, да? Я тогда вот эту деревню возьму, вы не против? Пошлю воинов. Возьму пленников, апну челиков. Хуя рэпчик зачитал. Так, продолжаем. Так, также сжигаем деревню. Как без этого? Еда лишней не будет. Все, валим. Мало ли, сейчас еще кто-то подойдет. Чему надо? Отъебись от меня. Да что ему надо? Я сейчас развернусь. Я, сука, я сейчас разверну. Пиздайте, шаварм. Куда бежишь? А? Да, надо, чтобы мне помогли. На всякий-то случай. Теперь мы за ним гонимся. Иди сюда. А почему я такой медленный вижу, пока, конечно, какая-то. Так, кто-то создал войско. Короче, ладно, бегать за ним тоже. Шутки шутками, но бегать за ним не впадло, поэтому мы отсюда уходим. Так, нанять войска. Угу, торговля. Так, все продаем, что насобирали. И в итоге получаем 1000. 1000! Турнир еще один. Нормально. Я думаю, к следующей серии мы с вами уже как раз-таки апнем левел нашего клана. Так сказать, да. Вроде, чем больше еще левел клана, тем больше я могу войск иметь в отряде, если я не ошибаюсь. Так что это очень даже хорошо. Если я нажму таб, вы хотите сдаться. Да, нельзя, к сожалению, как в первой части маунта делать. Побил своего оппонента и вышел, блядь, со спокойной душой. Сейлэн,
блядь, косоруки, нахуй. Да, я, да, косоруки. А вы что хотели? Да ёб твою, а на меня кто-нибудь пойдет сегодня? Ну не ты же, блядь, ты, бока ты ходячая. Не трогай меня, не подходи ко мне. Говномес. Так, кто тут остался? Типа-типа-типа! На, блядь! Хорошо, дальше идем. Так, и, наверное, там уже первое место, да, занял по турнирам-то? Я уже забыл совершенно, что мы там хотели первое место занять. Там на первом месте был какой-то чел из Империи, если я не ошибаюсь. Когда это было-то? Да, блядь. Так, в итоге против какого-то Гальдена сражаюсь. Лишь бы он не был суперсильным. Но у меня уже одноруч 88. Я не настолько слабый. Да, он тоже не такой уж слабый. Но я понимаю, финал турнира чуть посложнее. Да, так и думал, сука. Фу, завтра оттачил, повезло. Это хорошо. Так, мне дали какого-то верблюда, блядь. Нахуй мне верблюд. Я бы хотел себе больше каких-нибудь лошадей. Ай, ладно, лошадей здесь нет таких, которых я хотел бы. Так, двигаем дальше тогда. Давайте, может, еще пытаемся войска нанять какие-нибудь. Мало ли получится. Во. Сейчас у меня максимум 79, да? Было недавно только 78. Растем, растем. Так, сколько там до следующего этого? Где там? Клан. Да, в следующей серии мы уже с вами 100% все это самое сделаем. Все, на этом, я думаю, закончу найм. Я наапнул левел. Это хорошо. Можем ее куда-нибудь бахнуть? Куда? Давай ее в лидерство тоже. Пусть себе лидерство качает. Она потом у нас тоже будет войсками управлять. Давай присоединимся, может. Чё нет? Вступить в армию. Сколько тут? 300 защитников. Нормально, погнали. Ой, хуя тут катапульты уже сделались. Там какой-то чел, что ли, сидит? Не ясно. Не, лишь бы это сейчас мне не укнулось. О, хуёво, на самом деле. О, все, погнали. Погнали сами, сходим. Почему нет? Блин, меня, конечно, лагает сегодня, но, блин, ладно. Давайте попробуем. Надеюсь, все нормально будет. Так, кем я могу руководить? Могу руководить 47 людьми, ну, давайте. 47 воинов, чего нет? Да, сегодня лагает, с этим ничего я не смогу поделать. Еще ночь, огонь повсюду, дым. Короче, хуйня полная. Так, давайте слазить с лошади сразу. Хуя, это по нам прямо летит? Ебать! Хуя, тут прям катапульты есть. Это я что-то... Я ни разу просто осады вот такие вот не вел. Тут прям катапульты стреляют, я в ахуе. Да, смотрите, прям стреляют. Охуеть, они разнесли таран. Лишь бы мне это правда не укнуло, никак. Ну, давайте стрелять. Ай. Мне кажется, он на меня нацелился.
Ай, да, блядь, кто? Ай, да, блядь, да кто? Я через дым стреляю, нихуя не вижу. И как там от первого лица сделать, я уж не помню. Ладно, не важно. О, я левел ап. Не, ну тяжело. Вот у них есть катапульты, и из-за этого намного тяжело, в общем, да. Нет, да кто по мне стреляет? Я, кстати, почти сдох. Вот это новость. Настрелялся, кажись. Там как-то можно было... А... О, баррикада, кстати, смотрите, у него хп тоже есть. Как-то можно было от первого лица... Ага. Культ и спрятался, быдло. Так, давайте стрелы возьмем, которые тут по мне стреляли. Блин, от первого лица тяжелее стрелять. Надо вот как-то вот так вот наметить. За левого отступить. Что случилось? F7. Отступим давай временно. А чё, мы проиграли, что ли? Бля, мне 7 человек, кстати, умерло по итогу. А смысл отступать? Нету смысла ж никакого отступать, нахуй. Короче, искусственный интеллект нету смысла слушать. Нет, от первого лица, конечно, пиздец, не надо стрелять. Я вроде начинаю привыкать, но... Не отменяет того факта, что это нихуя неудобно. Да куда ты? Все, у меня стрелы закончились. А можно из себя стрелы повытаскивать? Так, вот стрела. Да нету смысла отступать, ты, искусственный ИИ. Что ты знаешь? Да что ты знаешь? Блять, теперь мне третьего лица неудобно стрелять. Началось. Кто по мне стреляет? А, вон там хуй все справа, да? Нахуй пошел. Нормально. Ай, блядь, нет, это прям справа-справа по мне стреляли. Можно ускорить всю эту движуху. Бля, лагает пиздец, конечно. Но мы проебываем, прям люто проебываем. Да, давай. Давай закончим битву. Да, с катапультами тяжко, конечно, очень тяжко. Я могу послать своих вояк, но я более чем уверен, что их очень много может умереть. 13 человек умерло. Охуеть. Охуеть. Надеюсь, вы мне за это какой-нибудь подгончик сделаете хотя бы. Потому что, ну, это жопа полная. Полнейшая жопа. То, что вот это вот, вот это вот. Блин, мне бы еще сейчас добраться. Если меня, сука, сейчас еще возьмут в плен. Не-не-не, не трогайте меня. Надо немножко передохнуть здесь некоторое время. А, нахуй, в подземелье вошел. Извиняюсь. Так. Да ёб твою мать! Да как так-то? Чему там написано уехать? Куда уехать, если я никуда не уезжаю? Да угадаю, кто будет владельцем. Но я не могу отсюда пока уйти. Как бы я ни хотел. Так, вот сейчас можно попытаться.
Все, дальше мне, наверное, никто не помешает. Сразу варчик херачим. Я не понимаю, почему они начинают войну сразу же до того, как еще предыдущую закончили. Это странная хуйня, на самом деле. Так, таверны. Угу. Торговля. Все продаем. Куча всякого говна ненужного. Собирать успели. 3000, фига себе. Да, войск мы, наверное, немало потеряли, конечно. Это не наверное, это 100%. Это, блин. Но хорошо, что по большей части у меня, как было, у меня было 40 варяг, а умерло всего где-то 5. То есть больше у меня умерло как раз-таки бомжей. И это, в принципе-то, не так уж плохо звучит, на самом-то деле, да? Так, замок отдали мне. Спасибо большое. Теперь я в минус, наверное, иду. Да нет, в плюс. Окей, друзья, тогда на этом можно закончить серию. А, наверное, что-то поделали. В следующей серии мы уже с вами апнем. А, да, вообще фигня осталась. Мы с вами уровень нашего клана апнем. У нас будет больше наемных этих доступно, да? Рабочих. Что еще? Дополнительный спутник будет доступен. И мастерская, куда же без мастерской, как раз таки ее купим. Денежек мы сейчас скопили немало, 50 целых тысяч. Это, знаете ли, хера-хера себе. Это, на самом деле, очень даже хорошие деньги. Ну, в принципе, все. С вами был, как всегда, Залео. Кто впервые на канале, подписывайтесь. Ставьте лайки, не забывайте прожимать колокольчик. И оставляйте свои комментарии. Увидимся с вами совсем скоро. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.